Привет, мои друзья! Мы сейчас находимся у Кремлевской стены в Александровском саду. Здесь сейчас находится пост номер один. Пост номер один назначен еще в 1997 году приказом Бориса Ельцина. И сейчас здесь стоит почетный караул. До 1993 года пост номер один был у мавзолея Ленину. Но тот же Борис Ельцин упразднил тот пост, и мавзолей Ленина был вычеркнут из списков мест, которым нужно воздавать воинские почести. Сама могила неизвестному солдату – это детище Леонида Брежнева. Появилась она в 1966 году. Караул на посту стоит ровно час. Но в особо сложные климатические условия смена караула происходит один раз в полчаса. Стоят на посту военнослужащие президентского полка. Стоят они в парадной форме президентского полка. В руках они держат карабин СКС-45. Оттуда должен караул идти. Президентский полк набирает ребят по особому требованию, высокоморальных таких ребят, физически подготовленных, и по росту отбирают. В общем, это элита вооруженных сил России. Пост номер один охраняет не только вот этот памятник, он охраняет саму память о сложном периоде нашей истории. Сейчас замужем. Туристов из разных городов нашей страны. Я думаю, и мои земляки здесь есть, уральцы и из Екатеринбурга, надеюсь. Здесь много иностранцев, я слышу иностранную речь, много детей, все подходят, ждут. Мы тоже с вами подождем и посмотрим эту прекрасную, торжественную, красивую церемонию. Печатают шаткак. Ряд. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Олег, бог. Шагом. Марш. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 до ступенек. Здесь они еще какое-то время промаршируют по тротуару, а потом пойдут обычным шагом. Ну вот, прошла церемония. Мы с вами наблюдаем. Сейчас подойдет еще один военнослужащий и поправит одежду, ну, обмундирование на часовых. Раз, два, раз, два. Шапку, пояс, воротник, слезы, сопли, если надо, подотрет. Аккуратно.
Этому. Идет ко второму. Улыбается. Смеется тоже. Держи, Дима, держи. Нам что делать? Ну да. Что, не человек? Вера. Люди стали расходиться.